Здравствуйте, дорогие друзья! Мне хотелось бы обратиться к здоровым, успешным, счастливым людям, которые не имеют никаких заболеваний, не имеют никаких проблем с сердечно-сосудистой системой, и пригласить их на консультацию к кардиологу. Как бы это странно ни звучало, но тем не менее, люди, занимающиеся физкультурой, испытывающие достаточно большие нагрузки на работе, в быту, желающие сохранить свою молодость, те люди, которые не занимались достаточной физической нагрузкой и решили, что да, надо бы это начать делать, прийти к кардиологу с вопросом, какая физическая нагрузка желательна, как правильно ее распределить в течение тренировки и вообще какой тип тренировок, что лучше делать. Потому что, может быть, кому-то будет порекомендовано тренажерный зал, а кому-то плавание. То есть это совершенно разные вещи, совершенно разные типы тренировок, разные типы мышц задействованы. Поэтому это все можно обсуждать с кардиологами. Для этого у нас есть достаточное оборудование, достаточный опыт и общение и с профессиональными спортсменами, и со спортсменами-любителями. И все наши кардиологи желают, безусловно, здоровья нашим пациентам, и поэтому одна из основных целей и задач наших кардиологов – это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому приходите, обследуйтесь и уходите от нас с четкой программой физических нагрузок и тренировок, разработанной конкретно для вас и со всеми вашими особенностями организма, вашей жизни, вообще работы и отдыха.